нету. Здесь как? Что горит, блин? А это машинки падают с неба. А. Так, вышел к дому. Красненьким. Вертушка летит. Садится будет, кстати. Садится, садится. На севере летит. Садится, да. Что, можешь ей прям в лобешник пострелять? Не знаю, постреляю. А ты где, внизу? Смотри, она к нам летит. Я, короче, пока не буду стрелять. Видишь ее, нет? Ну, блин, я южнее, иду на север. Не-не, все нормально, она к тебе летит сейчас. Она высадила? Нет, она еще не садилась. На юг летит. Летит. Сейчас я тебя вижу, слышу. В резину садится будет. Да, садится. На 220 садится. Вижу. Че, работать? Бля, не знаю. Ну, слушай, может, подождем? Давай подождем. Опа. Все, я в елках сажусь. Она высадила нормально. А ты где, возле домиков? Чуть выше их. Так, бегут на юге дороги. Вы в зону не будете возвращаться, мы минируем, хорошо? Да, давай. Да. Короче, слушайте, высадились на юго-западе, возле дороги. Поднимаются, вы получается. Да не могу метку поставить, карты нет. Под Малиновкой, короче, они. Под Малиновкой. Картошка упала. Но мы сейчас принимать их будем, сефы. КНДшники. Картошка упала, высадка произошла. Высадка мы видели, будем встречать с Иваном, я буду встречать. Вертолете, ну, сами понимаете, где человек 7. Ну да, да. Мы вертолет ёбнулся. Да, да. Причем не специально, по-моему. Остальных ждите, машины. Они к дороге, короче, подбегают уже. Они уже перешли. Вы тоже их наблюдаете? Да. Вы где? Над дорогой сижу. Около них, что ли? Почти, да. Хуя вы, блядь. Иван. Иван. Ваня, блядь. Ёбаный. Карты. Да. Снейк, а вы сверху, да? Ты работал? Нет. Ты работали ССФ. Желтые дымы противник кидает.
Вожу. Да-да. Они на западе, на западе, на западе у дороги. Сэма квест? Да не мы, не мы. Противник. Хаммер под малиновкой. Чучуха. Хаммер возле малиновки. А где от нее? Короче. Хаммер на северо-востоке за горой.
пропал. Отходи и... Базе. Здесь ты живой. Помнишь шаг с прошлой миссии? Да, да. Давай, шагни вот под шаг. Чтоб я тебе мог сказать. Давай. Короче, я отошел оттуда на северо-восток, ближе к базе. Сейчас в низине нахожусь. Убил тут в хаммере чувака. Могу к тебе вернуться. А сколько их? Сколько их живых? Много? Стрелял один. Снайка убил в конце. Занимался на Малиновку. Угу, я понял. Сэмка. Угу. Слушай, а ты можешь на восток отходить? Теоретически, да. Ну вот тут вроде чисто, где я сижу. Никого вообще нет, никакой движухи. Я как раз, получается, восточнее того места. Смотрю на юг. Тут чисто. Тут низина, короче, такая будет между двумя холмами. Там забор какой-то, ты там? Нет. Ты чисто на востоке, да, Тони? Оп. Противника вижу. Оббегаю горку на восток.
Да-да, это я. Ну, иду на выстрел, да. За. Угу. Еще есть. Понял, да, где я нахожусь? С юго-запада к тебе поднимаюсь. А, понял. Вот, кстати, он с юга пришел. Я еще снайпера слышал, это враг, правильно? Стрелял. ДМР? Да. 14? Нет, это подобрал Снейк или Иван М14, потом снес врага. Я понял. Они живые? Убил их этот пацан один, который ДМР. Вот это он, которого я сейчас убил? Ну если у него М-ка, то вероятно. М-ка, да. Выстрелить сейчас хочешь, чтобы понял, где я? Ну я почти поднялся. Я на южной вершине. Южная вершина. Слушай, ну я под базой где-то. Один выстрел сделаю и чуть сманеврирую, чтобы ты понял, где я нахожусь. Прям. Да. На востоке. А, ну ты хочешь западнее меня, я понял. Так, я тогда чуть ближе к базе буду. Посмотрю, мало ли там залазит. Я не понял, где он. Ну, пропал. Через прогалину к тебе поднимаюсь. С запада. Понял. Блин, что-то я не понял, какой чувак пропал. Капец. Я его убил, и у него труп пропал.
передохну, а то падает. Выходи статистику посмотреть, там сколько что закончили сегодня. Ты что говоришь? Говорю, выходи статистику посмотришь, я совершать буду. Да, у меня ноль. Не понял.